Всем привет! С вами канал Artmania. И сегодня у нас обзор вот такой шоколадки Alpengold Max Fun. Пряная вишня и золотые цукаты. Темный шоколад. Главное, золотые цукаты. Это у нас новинка. Здесь 150 грамм. Снова состав на темно-красном фоне. Если кто-то что-то увидит, нажмите стоп и прочитайте его. Ну, обычный состав как состав. И давайте ее откроем так, как она. Темный шоколад. Так, тарелочка. Что это за мусор? Так, да, на темном шоколаде написано. Шоколад действительно темный, очень красивый, такой прям явно такой темный. У нас пряная вишня, да, и золотые цукаты. Елочка нарисована, снежинка. Давайте же попробуем. Давайте вам поближе покажу, насколько он темненький, да? Опа. Так. Ну, здесь особо такое ничего особо не видно. Здесь прям вот видно кусочки. А, тут вот и вишня видно, и куча, кстати, начинки видно вот на шоколаде. Здесь то не особо что-то видно. Ну, что-то есть. Ладно. Вот этот попробуем, поменьше кусочек. Давайте будем пробовать. Что же это за шоколадка такая? Шоколадка неприторная, вкусная, ощущается пряная вишня, но совсем немного. Мне казалось, что будет прям много. Сам шоколад вкусный, темный, вкусный, такой похож на какой-то такой дорогой немножко по вкусу, но сам шоколад гораздо толще, что ли, чем остальные. Его очень сложно жевать. И когда жуешь, ощущение, как будто какие-то там хрусты появляются. Кажется, как будто начинают трескаться зубы, и они хрустят. Какие-то такие ощущения непонятные, и даже жевать, честно говоря, страшновато становится. Плюс понимаешь то, что шоколад слишком толстый, и автоматически в голове появляется мысль: а так может быть, что зубы будут хрустеть под шоколадкой? Ну, реально какой-то какой-то хруст слышишь. Начинаешь опять здесь читать. Пряная вишня и золотые цукаты. Думаю, ну, блин, ну тут же не написано. Сухари, печенье, там, я не знаю, еще что-то. То есть вишня это мягенькая, цукаты это мягенькая. Ну, и темный шоколад. А в итоге, там присутствует, как и в остальных таких же вот шоколадках, предыдущие обзоры были, какие-то, не помню правильно, как они называются, штучки, которые под зубами хрустят, которые уже, когда вы доели шоколадку, они продолжают хрустеть. Вот. Но почему ощущение, когда вы жуете, там хрустит, как-то немножко странновато. Может быть, так кажется, потому что плитка шоколада толстая, чересчур. Короче, вот как-то вот так вот. Но в целом, кстати, очень вкусно, и даже сейчас после вкуса остается ощущение пряной вишни, остается какое-то, как будто я острый перчик где-то там съела, у меня кусочек остался, вот. Ну да, вишня, она действительно пряная, у нее какой-то такой вкус, другой совсем. Было бы здорово, если бы этой вишни было еще прям побольше. Ее все-таки как-то, не знаю, может, не досталось, но ее действительно как-то маловато. Вот, цукаты, даже не знаю, цукаты. Цукаты тоже особо как-то не очень почувствовал, но, в принципе, вкусно.
Шоколад мне очень понравился. Он такой прям как настоящий шоколад, такой как будто как шоколад дорогой какой-то. Такой. Но он действительно, смотрите, он действительно толстый. Вот тут поуже немножко как будто. А вот здесь прям вот пошире. Давайте посмотрим подальше. Что еще тут? Или он разный, что ли? По ширине везде. Давайте попробуем еще вот эту вот маленькую. Сам шоколад немного жестковатый. Плюс толстый. Поэтому получается, что он жесткий и толстый. И что-то хрустит. И создается автоматически в голове, что, наверное, я теряю зубы. Немножко как-то, честно, ее страшновато есть. Не сказать, что прям тянет еще съесть. Но, в принципе, это вкусно. Ну, так, нормально. Нормальная шоколадка. От них есть еще и вкуснее. Все-таки шоколадки. Предыдущие обзоры посмотрите есть. Это уже, по-моему, по счету у меня 5-я шоколадка. Max Fun. Ой, вишня прям действительно пряная такая. Попадается. Купила бы я ее снова? Честно, нет. Нет, как-то не то. Вкусная, но что-то и вишенки мало, и шоколад толстый слишком, и хрустит там что-то внутри, хотя об этом ничего не сказано, не написано, что там должно что-то хрустеть. Как-то, знаете, как неожиданность какая-то. Вы там, допустим, берете шоколадку, а в итоге оказывается, что это козинак. И в итоге вы понимаете то, что у вас зубы плохие, козинак есть нельзя, ну и выплевывать нельзя. И приходится жевать. И в раздумьях, потеряю я сейчас зубы или нет. То есть вот, ну, вот так вот как-то. Сюрпризом шоколадка. Здесь нужно было прям подписать сюрпризом. Вот, вот такой у нас с вами был обзор. Напишите свои комментарии, свои отзывы в комментариях в YouTube под этим роликом. Обязательно. Другие люди будут смотреть, они тоже захотят посмотреть другие отзывы, прежде чем покупать ее. Чтобы не тратить деньги впустую. А то вдруг не понравится, и потом взевай ее куда хочешь. Ставьте лайки. Лайки, лайки, лайки. Я для вас старалась. Подписывайтесь с колокольчиком. У нас обзоры продуктов выходят через день. На всякие шоколадки, вкусняшки. На все-все-все, все что угодно. Продукты у нас из Фикспрайса, Светофора, Победы, из обычных магазинов. Там очень-очень много для всего, для себя интересного вы найдете. Поэтому обязательно подписывайтесь с колокольчиком, чтобы не пропустить новый ролик. Также у меня влоги, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3,5 годика. Также живопись, кулинария и много-много всего интересного вы для себя найдете. И с вами был канал Артмания. Всем пока-пока!